Всех приветствую. Ну, сами видите, что происходит сегодня с биткоином. Давайте посмотрим, куда он пошел. Резко мы выросли. Я думал, что его будут опять же тут мучить. Ну, взяли, просто пропампили и не парятся. То есть вся эта видимость слабости крипты, конечно, за уши притянута. Просто пампится на ура этот актив. Элементарно удалились мы под сопротивление. Сейчас пошли в ретест вот этого канала. Так что, что это значит? Ну, это идем мы выше. Идем мы выше пробивать вот эту вершину на 10933. Вот он, целевой уровень. Так условно туда нарисовал. Ну, вот сюда куда-то мы идем. Так что, кто еще не купил, вот, ловите откат. Куда он будет, неясно. Ну, куда-нибудь на 10100, 10200. В этой зоне надо покупать. Однозначно, здесь все явно вверх. Вниз это никак не разметить. Вообще никак. Потому что он тут поломал все нисходящие разметки, так что едем вверх. Единственное, что меня смущает, это по эфиру. Ситуация довольно странная. Просто потому, что мы, видите, дорисовали вот эту загогулину, как я вчера рисовал. И мы должны ехать обратно, вот сюда, вот на 202, 205. Как мы это сделаем, я не понимаю. То есть, ну, скорее всего, биток будет медленно сползать, эфир будет медленно сползать. И кто еще не купил эфир, вот у вас есть возможность купить его по 205, проекция на 240. По остальным альтам у нас все довольно неплохо. Тут, в принципе, на заходной похоже. Не знаю, будет ли дальше сползать, но суть в том, что лайт тоже можно брать. Стоп ставить вот сюда на 69. И спокойненько ехать выше. Он может и 90 дать. По риплу тоже он отскочил, но видите, опять ползает. То есть, ну, на самом деле, я так смотрю, лучше сейчас биток брать. Альтам что-то не доверяю. Либо эфир. Эфир очень хорошо ходит. Вчера, когда биток стоял, эфир 220 дал, а все остальные альты ничего никуда не уехали. Так что имеет смысл эфирку тарить из этих альтов, что я смотрю. Вот сюда бы я тоже не лез. Сюда, ну тут, опять же, повторюсь, 360 цель. Пойдет, не пойдет, ну, должно пойти, но просто откуда? Потому что, видите, альты сползают, биток сползает. Очень все рисково, так что имейте в виду, всякое тут может быть. Картина вообще красивая. То есть мы четко дали импульс, скатываемся. Ну, трендовый сейчас не зретестили, пробиваем, но ничего страшного. Пока мы выше вот этого уровня 10.50, это в принципе нормально, потому что вот в эту зону обычно и сползают. Скорее всего, растянутая пятая какая-нибудь. Ну, в общем, сложно это по волнам распределять. Но суть в том, что мы должны пробить вот этот хай и все. Кто покупает, стоп ставьте куда-нибудь на 9.800, а лучше 9.650. Вот такой расклад. А по эфиру там 205 покупка и стоп куда-нибудь вот сюда, вот 185 на эту волну. Так что, что я могу сказать? Можно покупать, но тут риск-профит не очень хороший, конечно, но тут вероятность того, что вниз пойдет, практически минимальная, процентов 20 и 80 вверх, поэтому можно брать даже с далеким стопом. В общем, такой расклад, и до следующей встречи.